Я приветствую вас на своем канале, меня зовут Валентина. Сегодня у нас будет рецепт выходного дня приготовления чизкейка. Чизкейк Нью-Йорк с малиновым конфи и с миндалем с карамелью. Принцип приготовления один и тот же, только украшение на ваше усмотрение. Мы сегодня будем украшать малиновым конфи. Давайте готовить. Берем 300 грамм печенья, 2 яйца, 80 грамм масла, 400 грамм сливочного сыра, 100 грамм сахарной пудры, 100 миллилитров сливок 33%, 15 грамм кукурузного крахмала или муки, 10 грамм ванильного сахара, сок половинки лимона, цедр лимона и щепотку соли. Печенье 300 грамм мы измельчили вот до такого состояния. И теперь смешиваем мы вместе масло и печенье. Так прям такое перетирать. Не даже это приготовить. Я забыла. Форму мы взяли 24 в диаметре. Пергаментом застелили. И теперь высыпаем наше печенье с маслом. Берем стаканчик и уплотняем. Вот так вот мы уплотнили печенье с маслом. Выпекаем песочную основу 10 минут при 200 градусах температуры. Дальше. Что? 8 граммов высыпаем крахмала. Можно кукурузный, можно и картофельный. Без разницы. Соль по вкусу. Цедр лимона и начинаем перемешивать, но перемешивать тяжеловато, поэтому придется надеть перчатку и перемешать. Добавляем мы ванильный сахар, будет вкуснее, и все перемешиваем. Добавляем по одному яйцу, перемешиваем. Вот такая консистенция получается. Выливаем сливки и перемешиваем. Жалко. Пропекший наш корж, мы выливаем наше все содержимое, что мы перемешивали. Разравниваем. Ставим нашу духовку на 160 градусов на 1 час. Для заливки нашего чизкейка берем 170 грамм ягод, 50 грамм сахара и 5 грамм желатина. Делаем вот такое вот желеобразное. Оно должно застыть, и мы будем заливать чизкейк. Час у нас прошел. Чизкейк наш готов. Вот он нормально, вот в таком состоянии. Вот он. Сейчас остынет, и мы будем его заливать желе. Желе наше тоже остывает и густеет. Такое красивое. И будем заливать наш чизкейк. Пойдем. Пойдем. Вам тоже хорошо. Очень даже.